Ребята, приветствую вас всех на рабочем месте. Вот я тут в рабочей обстановке делаю новую аранжировку. Кстати говоря, те, кто подписан на меня в Инстаграме, уже знают, что это будет за тема. Я думаю, в скором времени ее отработать и выложить на канал. А пока небольшое объявление для тех, кто, возможно, не подписан на нашу группу ВКонтакте или кто вообще не обитает в этой соцсети. Многие из вас знают мое отношение к разборам, критичное. То есть я не поддерживаю формат типа «дерните там третий лад, зажмите пятую струну». Это для аранжировок того уровня сложности, который представлен у меня на канале, слишком было бы затянуто, да и не нужно, собственно. Вместе с тем меня постоянно просят вот три мои самые популярные аранжировки: Moscow Calling, Nothing Else Matters и Рюмка водки. Постоянно какие-то комментарии, мейлы, я читаю, что «Алекс, сделай, пожалуйста, разбор там». Я понимаю, просто хочется сыграть эти темы, а в клипах часто меняются сцены, и просто не видно, какими пальцами я играю. А на слух, разумеется, снять это дьявольски сложно. Поэтому я решил выделить на каникулах время. Ну, каникулы у меня, когда у учеников моих каникулы в школе, то я, соответственно, в это время не работаю. И я записал, сделал полный разбор, где вы медленно увидите руки с табулатурами вместе. И уже ссылка в описании к видео за символическую какую-то смешную сумму вы можете сразу из трех разборов купить целый пакет и работать с этим. Ну, как уже говорил, и сейчас я работаю над новой темой. Возможно, если вам все еще интересны аранжировки для начинающих в стиле фингерстайл, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Просто в настоящее время я не получаю большое количество обратной связи в виде ваших видео. Если вы будете активнее их присылать, мы быстрее назначим дату стрима, будем разбирать и комментировать ваши работы, и, соответственно, на канале появятся новые уроки. На этом все. Всех благ, мне пора дальше работать. Увидимся на канале. Пока.